Административный штраф и выдворение из России грозит двум жителям Узбекистана, работавшим без соответствующих документов на одном из предприятий Засвияжья. Факт незаконной деятельности был выявлен в рамках профилактической акции «Нелегал». Во время задержания выяснилось, что ульяновский предприниматель нанял на работу двух уроженцев Республики Узбекистан, которые утилизировали лом пуль различного калибра без документов. В настоящее время в отношении работодателя собирается два административных материала для привлечения его к ответственности в рамках статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На уроженцев ближнего зарубежья также составлены административные протоколы. Кроме того, в связи с нарушением норм миграционного законодательства проводится процедура по запрету въезда на территорию России на протяжении 5 лет данным иностранным гражданам.